Что говорила Наталья Бехтерева о мозге и Боге? Наталья Бехтерева – великий нейрофизиолог, благодаря трудам которой сегодня существует уникальная система восстановления памяти. Наталья Бехтерева не похожа на других ученых. Ее диапазон мышления и восприятие действительности и возможностей мозга шагнул далеко вперед от своих коллег того времени. Наталья Бехтерева заявляла, не стесняясь, что верит в вещи сны, Бога и жизнь после смерти. Она говорила: «В моей жизни было несколько вещих снов, которые сбывались один в один с реальной картиной, так что я была очень рада понять, что это не простое совпадение, а действительно возможность прикоснуться к высшей энергии.